Здравствуйте, друзья! С вами компания Ихлас Интернешнл и я Разбаев Нурсултан. Друзья, в наши руки попалась чудесная квартира с прекрасным видом на море, огромная 4+1, в самом центре элитного района Соли-Арденис с богатейшей инфраструктурой и по шикарно низкой цене. И самая основная фишка этой квартиры, друзья, ТАПУ здесь более 5 лет, и на эту квартиру вы можете всей семьей получить ВНЖ по ТАПУ. Да-да, друзья, тем самым сэкономив 75 тысяч евро. Давайте смотреть квартиру, оценивайте, ставьте лайки, друзья, задавайте вопросы в комментариях. А самых шустрых из вас мы обязательно будем ждать в нашем прекрасном аэропорту Мерсина Чукурова. Смотрите видео до конца, а в конце мы обязательно скажем вам цену и удивим вас. И вот, друзья, вот такой прекрасный вид открывается с ваших окон, с вашей террасы. Огромная просто у вас терраса. Локация прям топовая, друзья. Здесь, смотрите, у вас ШОК, кооператив, аптека, зоомагазин, Аюзбир, вон там БИМ. За этим домом Керрифур, друзья. Все магазины рядом, плюс до моря всего лишь 550, максимум 600 метров. Причем до пляжа, друзья. Территория просто обалденная, друзья. Самая выгодная квартира, друзья, на сегодняшний день. Комбинированный котел есть, газовое отопление имеется, друзья. Квартира чем выгодна, вы в дальнейшем, думаю, сами поймете. Тут выход в зал. Здесь у нас кухня, кухонная зона. Газ есть, газовое отопление также имеется. Очень светлая, просторная кухня. Давайте пройдемся поближе по кухне. Очень просторная кухня, друзья. Причем здесь можно сделать ВНЖ по ТАПУ. Тут у нас прихожая, вестер. Входная шкаф-группа. Очень все удобно. Все есть. Очень просторно. Это мелочь, друзья. Есть вот такие вот. Они есть в коридоре. Вот только в коридоре, так как только в коридоре есть обои. Вот. Это все можно заменить. Это будет стоить максимум долларов 300-400. Мы вам сами это все сделаем. Так что не акцентируйте внимание на это. Главное цена, друзья. Главное цена, локация, местоположение. Что комплекс достаточно свежий. И что ВНЖ по ТАПУ можно. Глядя по этому коридору, вы, думаю, уже поняли, насколько она громадная просто. Но она просторная, я бы сказал. Очень просторная. Здесь у нас зал. Очень вместительный зал. Кресло, диваны, телевизор, стол, стулья, тумбы, шкафы. Все поместилось. Квартира на самом деле очень просторная, удобная. Планировка сквозная. Окна в три стороны, солнечная сторона, вентиляция есть. Тут у нас место под стиральную машинку, также под бытовую химию. Вот, я про это имел в виду. Я скрывать ничего не буду, друзья. Просто хочу, чтобы вы максимально трезво это все оценили и поняли, что квартира выгодна как минимум на 1040 евро. Как минимум на 1040 евро выгодная. В плане покупки, а в плане получения ВНЖ на 75 тысяч евро выгодная квартира. Друзья, если вы будете в этом районе, вы увидите это местоположение, вы сами увидите эту огромную, просторную, хорошую прям квартиру, добротную. Это спальня, друг. Это спальня. Она очень большая и удобная. Также здесь второй санузел, это общий санузел. Она также очень просторная. Очень большие душевые кабины здесь. Вот. Насколько он большой. Вот я могу здесь просто гулять туда-сюда. То есть максимально удобная. И просторная. Ночные светильники. Чуть не забыл о них рассказать. Это тоже очень удобно.
Сейчас их включили специально, чтобы под видео. Вторая спальная комната, она не менее большая. Вторая спальная комната, она не менее большая, друзья. Так как здесь двухспалка стоит, тумбочка, очень большой шкаф. Вот, батареи также есть и с видом на море. Вот, кстати, отсюда тут шторы стоят, тут шторы нету. Здесь можно было бы показать, что вид на море, да, с окон есть. Вот. Практически со всех окон есть вид на море. И наша родительская спальня, мастер бедрум. Она также не менее просторная. Здесь у нас шкаф стоит полметра шириной. Здесь у нас гардеробная. Ох, чемоданами набили гардеробную. Тут у нас родительский санузел. Все чистенько, все аккуратненько, друзья. Вот он, тот самый глубокий шкаф. Здесь у нас балкон. Это технический балкон, но он очень большой. Как вы видите, вот люди здесь даже занимаются с прекрасным видом на город и в свежем воздухе. Здесь у нас выход в пожарную лестницу. Видимо, хозяин чемоданами продает. Что-то очень много чемоданов. Здесь кладовая. Вот, все кондиционеры, 4 кондиционера. Такой прекрасный вид. Друзья, цена квартиры просто очень-очень низкая. Вот такая фишка еще есть. Сейчас покажу вам сам комплекс, и тоже горит. И после показа территории озвучу обязательно цену. Цена очень низкая, оставайтесь с нами. Смотрите обзор до конца. В прекрасном состоянии находятся лифты. На площадке, друзья, всего 2 квартиры, 2 лифта, чистый коридор, друзья, очень аккуратная прихожая. Я уже объяснял, в очень хорошей, развитой локации. Тут у нас автостоянка, там зеленая территория, которая уходит в сторону, ну, назад дома. Тут зеленая территория. Давайте пройдемте и аккуратненько все покажу, друзья. Квартира очень выгодная. Здесь, кстати, у вас столовая зона общего пользования. Вы можете в летнее время выйти посидеть здесь, шахматы поиграть. Здесь соседи выходят, шахматы играют, нарды играют. Тут у нас генератор. И здесь как раз еще турецкая игра тоже есть. Настольная игра, она называется «Окей». Детская площадка, бассейн хороший. Бассейн достаточно добротный. Вот он, друзья. Есть, он как раз вообще обалденно. Он, оказывается, от метра до почти 2,80 м в глубину уходит. Ну, классно, головкой можно прыгать. Тут шезлонги ставят, детский бассейн, душевая. Территория хорошая, ухоженная. Как вы можете заметить, нет ни одной мусорки. То есть чистая. Такие беседки. Ну, вот, наверное, из-за этого, может, мусорку люди все кладут. Чисто, аккуратно, со светом. Вот он, включатель. Здесь у вас автобусы, маршрутки ездят. То есть вы можете отсюда поехать к форуму, к Марине. Локация очень удобная, здесь 550-600 метров до моря. У вас здесь стоит система видеонаблюдения, охрана. То есть полностью огороженный по периметру территория. Территория очень хорошая. Локация просто, я обожаю эту локацию. Здесь живет у меня друг, хороший близкий друг. Вот, друзья, охранная будка. И мне его локация очень нравится. Вот. Так что всем советую, успеть именно по этой квартире, особенно тем, кто хочет в ВНЖ, по ТОПу, кто хочет здесь жить,
кто хочет здесь остаться, кому нравится Мерсин, кому нравится жизнь на море, друзья, приезжайте в Мерсин, будем рады вас встретить. А теперь цена. Друзья, и вот цена. Цена, как я и говорил, замечательная. Замечательная в плане того, что, друзья, это квартира 4 плюс 1. Кто-то скажет 3,5 или 3 плюс 1. Типа зал не в счет. Но факт остается фактом, друзья. Площадь квартиры, она действительно впечатляет. И она очень большая, просторная. И цена на эту шикарную квартиру в шикарной локации, друзья, всего 550-600 метров от моря. Цена на него 135 тысяч евро, друзья. Тем самым вы экономите столько денег. Друзья, это просто супер цена, учитывая, что локация замечательная, учитывая близость моря, центр города. Вообще супер. И плюс ВНЖ по ТОПу для всей семьи. О будущем и до гражданства недалеко. Давайте, друзья, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы будем рады вас встретить в Мерсине. До встречи. Гуле-гуле. Where do you go to? Where do you go?